А всех хватит. Еще один человек! Дорогие друзья, не ссоримся. Смотрите, ребят, сейчас вы должны разбиться на пары. Теперь смотрите, вы должны выбрать одного человека со своей пары, который будет с закрытыми глазами. Кто это будет? Смотрите, я вам даю вот повязочки. Они чистые, стерильные, только новые, можете прямо открывать. Вы не брезговали. Будет следующее задание. Один человек, получается, будет с закрытыми глазами, а на второго человека мы будем прикреплять прищепки на определенное место. Вы уже выбрали, кто будет, да, закрытыми глазами, и вы должны будете в течение минуты собрать как можно больше прищепок. Общее количество вы не должны знать. Пожалуйста, вторые половинки не называйте, пожалуйста, их количество. Также вы должны, например, когда вы снимаете, давать своему второму человеку, как бы, с парой, эти прищепки. Потому что если прищепки упадут, то они не будут считаться. Победить та пара, у кого больше всего будет прищепок. Да, конечно. Вот ты как, ты так вот собираешь? Хорошо, я поставлю вас на определенную дистанцию, чтобы вы не смогли собрать другого человека. Договорились? Все, закрывайте глазки. Можно одного помощника, пожалуйста? Да, Стасик, давай. Можно еще, пожалуйста, одного помощника? Да. Давайте я буду. Давай. Нет, снимай. Нет. Не, она потом встанет и подснимает. Не переживай. Нет. Все закрою, Настя. Все, Анна, вас будет цеплять я. Не говорите, куда вы цепляете, пожалуйста, чтобы оставался таки интерес какой-то, где они находятся. И, пожалуйста, не цепляйте на нижнее белье, этого тоже делать не нужно. Вот, также хочу попросить тех людей, которые в прищепках, да, не называть места, где находятся прищепки, не подсказывать своей второй парочке. Сейчас, секунду, извините, потому что конкурс требует определенной подготовки. Спасибо моим помощникам, что помогают мне. Настя, снимай! Все, все готовы? Давайте теперь встанем, чтобы всем было видно. Идите сюда. Идем со мной. Вот так, всех видно, хорошо. Давайте встанем вот так. А вы вот сюда. Чтобы всех было видно, вы тоже сюда становитесь. Вот так, чтобы всех было видно, да? Стасик, можешь присесть, спасибо тебе большое. Смотрите, сейчас диджей включит музыку, когда я скажу, и у вас будет только минута, чтобы это успеть все сделать. Диджей готов? Поехали, минута. Еще раз повторяю, что они не должны упасть. Вы можете дать в руки тому человеку, с которого вы снимаете, но они ни в коем случае не должны упасть, потому что они не будут засчитаны. Пожалуйста, не говорите тоже общее число, потому что это упростит вам задание. А интрига должна быть.
Представляете теперь, как тяжело милиционерам обыскивать людей? Либо там ложникам. Мне нравится, как делает этот парень. Он настолько нежен. Просто молодец, серьезно. Друзья, 3, 2, 1, стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Все, можете снять повязочки. И теперь посчитайте, пожалуйста, сколько у вас. А это не считается. Давайте повернемся лицом к аудитории, да, и будем считать. Давайте. 11. Только одну не нашли, да? Где воду потеряли? А, на голове, вот так вот. 7. А у вас? 12. Все собрали. Боже, молодцы. А я же говорю, парень так аккуратненько все это делал. Молодец. Поэтому вы получаете сертификаты. Спасибо вам за участие. Давайте, скажите, прочитали, на что сертификат получил? Приглашение классного руководителя на медленный танец. Вот так вот. Классная руководительница. Сегодня должны потанцевать обязательно с человеком. Забрать оставшуюся еду себе домой. О, твоя мама тебе будет очень благодарна на самом деле с отцом. Такой прекрасный сертификат. Забрать еду оставшуюся себе домой. Боже мой, я просто на самом деле о нем мечтаю как студент. Что ж, ребята.